21 сентября 2022 год. Пасутся. Ярочка идет. Двухмесячная. Барана в табуне нету. Он свою функцию выполнил в этом году. Отдыхает дома. Здесь только у нас ярки и овцы. Травы на пастбище уже опять практически нету, вся пожелтела. Переярка сизая, еще ни разу не катилась, полтора года. Вон баранчик рыжий, 2 месяца. Вот он, 2 месяца баранчику. Едят сейчас очень активно, гнуса нету. Поправились заметно. Ягнят все откормили. Практически все. Ну, в общем, вот так.